Приветствую вас на канале Профи. Очередной выпуск для вас, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Видео будет состоять из двух частей: обзор и небольшой гайд. Поэтому желаю вам приятного просмотра, жмем кнопки лайка, подписаться и включаем уведомления. Начинаем. Обзор ультразвуковой ванны от производителя Cadison. Модель CD7810. Выпускается в двух цветовых решениях, в белом и черном, в нашем случае белое. Поставляется в обычной картонной коробке. Ну и перейдем к комплектации. В комплект входит непосредственно сама ванна, пластиковая корзина, стойка для CD-дисков, держатель для часов и инструкция на английском языке. Корпус выполнен из глянцевого пластика. На фронтальной панели расположен цифровой дисплей, три кнопки для управления и индикация включения. Крышка состоит из хромированной рамки и прозрачного пластика. Сама ванна изготовлена из нержавейки объемом 750 мл. Также есть метка максимального наполнения жидкости. По управлению есть 5 режимов работы таймера, который переключается кнопкой Set на 90, 180, 280, 380 и 480 секунд. Запуск осуществляется кнопкой On, а отключение кнопкой Off. Частота ультразвука 42 кГц, мощность 50 Вт. Подходит для очистки печатных плат, ювелирных украшений, бытовых принадлежностей, таких как очки, часы, расческа и так далее, а также для медицинских инструментов. Итак, очищать в этой ванне будем вот такой вот металлический вейп, сделанный, скорее всего, из латуни. Печатную плату от смартфона с окислами и в качестве украшения золотое кольцо. Очищать данные детали стоит не просто проточной водой, а с добавлением очистителя. Многие это делают дистиллированной водой с добавлением моющего или чистящего средства для посуды. Я рекомендую использовать для этого специальное чистящее средство для металлов – чистюля, объем 1 литр. Почему именно его? Во-первых, оно хорошо очищает металлические поверхности. А во-вторых, его хватит надолго. Один раз купил и забыл, так как оно разбавляется водой в концентрации от 3 до 5%. То есть из этого очистителя можно приготовить минимум 200 литров готового раствора. Для изготовления раствора будем использовать мерный стаканчик на 500 мл. Мы добавляем 25 мл очистителя, то есть 5%. Остальное заливаем дистиллированной водой. Далее кладем в корзину разобранный вейп, позже добавлю плату и кольцо. Заливаем раствором, чтобы наши детали полностью оказались в нем. Ставим таймер на 380 секунд и включаем. Через прозрачную крышку можно наблюдать за процессом. После того, как таймер истек, вытаскиваем корзину. На дне можем наблюдать грязь, которая была на наших деталях. Далее меняем наш раствор на просто дистиллированную воду, чтобы промыть от раствора наши детали. После вытираем и сушим. Показывать не буду, думаю, процесс понятен. На этом этапе плата не требует дополнительной очистки. А вот с кольцом и вейпом мы займемся полировкой. Полировать будем при помощи бормашинки, обзор которой есть на канале. Для первичной полировки используем аналог пасты Гои. А для финишной – белую пасту Dialux, которая специально для этого предназначена. Также приобрел несколько разных кругов для этих целей. Наносим пасту и приступаем к полировке. Вот такой результат при первичной обработке обычной пастой. Теперь пройдемся финишной пастой. Вот что получилось.
Пройдемся еще без пасты насадкой с мягким ворсом. В том же порядке полируем кольцо. Ну а теперь сравним фото до и после. Кольцо. Печатная плата. Вейп. Как вам результат? Пишите в комментариях. Все ссылки на оборудование, химию и насадки будут в описании под этим видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Если видео считаете интересным и полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте все уведомления. Тем самым вы помогаете развиваться каналу, а это нам очень важно. На этом я с вами прощаюсь. Участвуйте в розыгрыше. Всем удачи, прямых рук и до новых видео. Пока!